Беларусь претендует на проведение у себя топ-турниров по баскетболу. Это нашей стране по силам. Такое мнение высказал в ходе двухдневного визита в Минск представитель ФИБА Коста Илиев. Болгарин Илиев русский изучал в школе. И с председателем Белорусской федерации баскетбола Максимом Рыженковым быстро нашел общий язык. До встречи в Ноке гость успел побывать на Чижовка-арене во Дворце спорта. Увиденное его впечатлило. В Минске спортивный директор департамента ФИБА впервые, но о нашем баскетболе знает многое. По его мнению, Беларусь может принять у себя топ-турниры среди мужских и женских команд. Но вначале надо хорошо организовать юниорские старты. То, что я увидел здесь, инфраструктура очень мне понравилась. Есть условия на проведение всякие соревнования, международные соревнования, и молодежные, и для взрослых, и европейских, и мировых чемпионатов. Конечно, есть детали, которые надо улучшить, но это все еще второй шаг. В планах резидента ФИБА еще и презентация стритбола. У этой разновидности баскетбола хорошие олимпийские перспективы. Не исключено, что игра в формате 3 на 3 появится в программе летних игр 2020. Стритбол во всем мире развивается стремительно. Белорусскую федерацию вовлекать в процесс не надо. На Европейской олимпиаде в Баку мы команду не выставим, но позже наверстаем упущенное. Уже показал 2014 год, лето. Было проведено порядка 20 стритбольных турниров в разных городах Республики Беларусь. То есть желание и интерес у наших ребят играть и развивать этот вид спорта есть и очень большой. И если мы начнем готовить и будем подходить к этому профессионально, я думаю, что результаты появятся в самое ближайшее время.